Дорогие друзья и коллеги, я обращаюсь к вам с просьбой и предложением. У наших коллег в Узбекистане, у наших друзей узбекских огромнейшее событие предстоит. 30 апреля голосование за новую конституцию государства. Мы видим, как на протяжении многих последних лет происходят колоссальные положительные изменения в экономике, в социальной сфере, общественно-политической жизни близкого нам Узбекистана. Изменения, которые положительно сказались уже на взаимоотношениях России и Узбекистана, на расширении сфер и спектра сотрудничества российских и узбекских общественных организаций, экономики, бизнеса, сотрудничества по всем без исключения направлениям. Мы видим, насколько серьезно укрепились отношения и развиваются на межгосударственном уровне, какой высокий уровень отношений и, соответственно, результатов этих отношений, когда встречаются главы государств. Многое, что за последние годы меняется в Узбекистане, с моей точки зрения, отражено в проекте новой конституции. Новая конституция новому Узбекистану. Нам не безразлично, что и как происходит. Нам не безразлично, как относятся к этому граждане Узбекистана. Казалось бы, мы, живущие в России, тоже неравнодушно наблюдаем за этим процессом. Да, это так и есть. Почему? Могу привести на примере наших серьезных отношений между университетами российскими и Узбекистана, между нашим Уральским государственным экономическим университетом и рядом узбекских вузов. Например, Ташкентский государственный экономический университет, с которым реализуется уже в течение 5 лет одна из наиболее сильных, реальных, состоявшихся программ подготовки специалистов высокой квалификации. Мы реализуем совместную программу 2 дипломов. И более того, уже первый прекрасный результат достигли в прошлом году, вручив 129 дипломов об окончании одновременно Уральского государственного экономического университета и Ташкентского государственного экономического университета. В этом году около 300 выпускников будет. Мы разработали и внедрили программу уже не только бакалавриата, но и магистратуры, и она тоже реализуется. Могу привести примеры сотрудничества с финансовым институтом при правительстве Узбекистана. Системное, доброе, перспективное сотрудничество. Мы сотрудничаем с Самаркандским государственным экономическим университетом. Свердловская область развивает социально-экономические отношения и достигает высоких результатов с Ферганой, Ферганским регионом. Наши главы регионов неоднократно встречались. Бизнес встречается, заключаются соглашения и контракты, создаются новые рабочие места как в Узбекистане, так и в Свердловской области, в России. Я бы мог привести еще целый ряд примеров такого плодотворного, доброго и перспективного сотрудничества. Но хочу еще раз обратить внимание и тех граждан Узбекистана, кто сегодня живет, работает или учится в Российской Федерации. У вас в Узбекистане, на вашей материнской территории происходят события, которые не могут вас не волновать. И мне кажется, к чему я призываю, чтобы вы задумались и тоже свое гражданское право использовали, пришли и выразили свою позицию в отношении новой конституции. Она в значительной степени обновлена по сравнению с действующей и дает многое в развитии перспектив на будущие десятилетия, как государству, так и конкретному гражданину. Я приглашаю вас, призываю проявить гражданскую позицию, найти возможность поучаствовать в этом голосовании и дать новый шанс через новую конституцию новому Узбекистану. Желаю вам успехов, процветания и развития Узбекистана.
В своем поздравлении к празднику Навруз президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал граждан активно участвовать в проведении 30 апреля референдума по изменению конституции страны и тем самым поддержать политический и экономический курс страны. После своего прихода к власти в 2016 году Шавкат Мирзиёев сделал очень многое для развития Узбекистана. Прежде всего, надо сказать о том, что по статистике более 1/3 населения страны – это молодые люди в возрасте до 18 лет. И поэтому, конечно, обеспечить их достойной работой, достойным доходом можно только при развитии экономики. Поэтому Узбекистан выбрал курс на открытую экономику и встраивание себя в международной цепочке создания добавленной стоимости. На сегодняшний момент этот курс нуждается в законодательном закреплении. Прежде всего, конечно, еще надо отметить и то, что бюджет на себя берет огромные социальные обязательства. По конституции страна становится и социальным государством, и светским государством. Это тоже очень и очень важно. Уровень социальных обязательств увеличивается в 3 раза. Если раньше пенсии были не ниже прожиточного минимума, то сейчас они должны быть не ниже минимального потребительского бюджета. Это огромная ответственность государства. Мы надеемся, что все проходящие перемены будут поддержаны гражданами этой страны. Ведь потому, что сейчас Узбекистан действительно становится центром развития Центральной Азии, да и всего континента. Тем более, что в рамках уже проходящих изменений активно развивается сотрудничество между Узбекистаном и Россией, в том числе и в рамках интеграционных объединений, как СНГ и ШОС. Проведение референдума по основному конституционному закону Республики Узбекистан – это не просто формальное мероприятие, это, по сути дела, утверждение новой эпохи в развитии Узбекистана. И референдум, он прежде всего, его основная суть связана с тем, чтобы отразить основные изменения, которые произошли в Узбекистане. Узбекистан сейчас это молодое, растущее население, где в отличие от других стран мы наблюдаем прирост населения. Доля молодого населения моложе трудоспособного возраста достигает 31%. Это очень уникальная ситуация. Доля занятых в экономике порядка 57%. И естественно, что вот эти изменения, они требуют прежде всего создания экономических, политических и общественных изменений для того, чтобы молодежь Узбекистана была поступательно развивалась и делала свой вклад в развитие экономики и общественной жизни. Безусловно, вот этот референдум, он закрепит основной принцип в законодательстве «человек, общество, государство», а не наоборот. И внимание человеку, оно как раз отражается в том, что количество новых норм в Конституции, посвященных правам и свободам человека, они увеличились практически в 3 раза. Они закрепляют основные права человека, связанное с тем, что сейчас Узбекистан – это не только демократичное государство и правовое, но оно демократичное, оно свободное государство. Второй момент, который закрепляет Конституция, это, конечно же, элементы либерализации экономики, закрепление прав предпринимательства, свободы предпринимательства, свободных потоков товаров, услуг, права собственности и возможности изъятия собственности только по решению суда. Это, конечно, отражение вот этих всех позитивных моментов.
Безусловно, Узбекистан меняет свою стратегию. Если раньше акцент делался на развитие импортозамещения, на внутреннюю политику, то мы видим, как Узбекистан меняется. Он становится открытым для международного сообщества, для международных рынков. И это отражается в поведении представителей Узбекистана, в том числе вот официальных лиц, консулов. У нас в Уральском федеральном округе в качестве примера можно привести вот проведение в сентябре круглого стола в Институте экономики с консулом Республики Узбекистан, консулом Республики Таджикистан в Уральском федеральном округе по вопросу адаптации мигрантов, которые прибывают в том числе вот Свердловскую область. И этот круглый стол, он положил начало подготовке целого доклада по исследованию проблем, вопросов адаптации мигрантов у нас. И в сентябре вот этого года мы представим этот совместный доклад, который как квинтэссенция отразит вот изменения, которые произойдут в том числе в Конституции Республики Узбекистан. Апреля 2023 года в Республике Узбекистан состоится историческое событие принятия обновленной редакции Конституции. Данный текст, выносимый на референдум, явился результатом работы, трехлетней работы рабочей группы. Основная задача, перед которой ставилась смена парадигмы государство-общество-человек на новую концепцию человек-общество-государство. Хотелось бы обратить внимание, что у рабочей группы достаточно успешно сложилось и отразить получилось в тексте Конституции именно эту концепцию. Текст получился достаточно выверенным, вычитанным, каждое предложение взвешено. Хотелось бы обратить внимание, что на сегодняшний день в мире существуют разные виды Конституции, гибкие, жесткие, объемная, лаконичная. Самая лаконичная Конституция США состоит из 7 статей и 27 поправок, которые являются неотъемлемой составной частью. Самая объемная Конституция в мире является Конституция Индии, 448 статей. Конституция Республики Узбекистан выбрала наиболее оптимальный вариант. Она состоит из 6 разделов, включающих в себя 27 глав и 155 статей. Кроме того, в Конституции заложены гарантии неизменности. И в этой связи все те нормы, которые существуют на сегодняшний день в Конституции, они будут являться результатом деятельности новой политики, нового Узбекистана. Те программы и обязательства для органов государственной власти, в первую очередь правительства, которые заложены в проекте, позволяют сделать вывод о том, что в ближайшее время достаточно сложно придется, но возможно реализовать эти амбициозные нормы социального государства. Первая статья является неизменной, где закреплено, что Республика Узбекистан является демократическим, светским, правовым, социальным государством с республиканской формой правления. Остальные статьи возможно изменить только в случае квалифицированного большинства парламентариев Улей Мажилиса. Так, для того, чтобы внести изменения, текст Конституции необходимо не менее две трети членов депутатов от Палаты законодателей Олей Мажилиса и не менее две трети сенаторов от Сената Олей Мажилиса, либо посредством референдума. Это еще одна гарантия, которая закладывается в Конституции, и те нормы, которые на сегодняшний день отражены, дают возможность сделать оценку, что норма целей, заложенные перспективы будут реализованы. Следующий механизм, который следует отметить положительно, в качестве дополнительной гарантии, это внесение изменений. Субъект законодательной инициативы, внося изменения в текст Конституции, обсуждая в парламенте, могут изменить только через 6 месяцев. И если через 6 месяцев не набрано квалифицированное большинство, то вернуться к изменению текста Конституции возможно только через год. Следующий элемент, который также, считаю, следует отнести к гарантиям стабильности Конституции,
Это деление полномочий Конституционного суда по проверке порядка предварительного конституционного контроля конституционных законов. Как известно, изменения в текст Конституции вносятся на основании конституционного закона. Таким образом, комплекс мер сохранения стабильности Конституции позволяет сделать вывод о долгосрочной реализации заложенных норм. Хотелось бы обратить внимание на следующие аспекты. Первый раздел посвящен основным принципам, где закладывается суверенитет государства, народовластие, верховенство Конституции и законов, внешняя политика. Второй раздел посвящен основным правам, свободам и обязанностям человека и гражданина. Здесь достаточно интересное основное положение, в котором прописано, в случае коммуникации между гражданами и органами публичной власти, либо органами государственной власти, все сомнения отдаются в пользу обратившегося, то есть в пользу граждан. Это еще раз подчеркивает о том, что была выбрана концепция «человек, общество, государство», на первом месте человек. Хотелось бы обратить внимание на те моменты, которые, по крайней мере, мне понравились. Повышается статус учителя. Закрепляется то, что учитель является основой развития общества и государства. Статус учителя берется под охрану государства. Это немаловажный фактор, который на сегодняшний день играет ключевую роль. Устанавливается гендерное равенство между мужчинами и женщинами. Более того, для женщин сохраняются определенные преференции. В частности, запрещается работодателям увольнять или ограничивать в приеме на работу женщин по мотивам их нахождения в самом приятном положении, либо по мотивам наличия детей. Еще один немаловажный фактор – новация, которая, я убежден, что на постсоветском пространстве, на конституционном уровне, это только в Республике Узбекистан, появление главы гражданского общества. В данной главе перечисляются институты гражданского общества, полномочия гражданского общества. В частности, хотелось бы обратить внимание на то полномочие, что граждане, так же как и институты гражданского общества, управомочены следить за формированием государственного бюджета и реализацией государственного бюджета. Полагаю, что такая новация на сегодняшний день даже в мире не во всех конституциях существует. Отдельная глава посвящена семье, возрождению традиционных ценностей. Отдельная глава посвящена институту адвокатуры. Отдельная глава посвящена избирательному праву. И здесь хотелось бы обратить внимание, что авторы-разработчики учли все международные аспекты и с точки зрения практики Европейского суда по правам человека, и с точки зрения Европейской конвенции по правам человека найдены наиболее сбалансированные подходы и отражены в тексте Конституции. Хотелось бы выразить всем удачи, успехов при голосовании и сделать правильный выбор. Спасибо. Хочу выразить свое субъективное мнение на те процессы, которые сейчас происходят в Республике Узбекистан. Обновляемая Конституция объединит общество вокруг идеи построения развитого государства нового Узбекистана, учитывая интересы всех слоев населения. Давайте пойдем по порядку. В обновленной Конституции обозначена сильная социальная защита и забота о нуждающихся. В Конституции предусмотрено, что государство возьмет на себя новые обязательства по сокращению бедности путем обеспечения занятости и защиты населения от безработицы. Также усилены гарантии прав и свобод человека. Гражданин не может быть задержан более чем на 48 часов без постановления суда. Сохраняется тайна переписки. Согласно вводимым нормам, неопределенность между лицом и властью будет толковаться в пользу гражданина. Радует, что за преступников их родственники отвечать не будут. Это не сможет стать запретом для возможности занять, к примеру, государственную должность. Полностью отменен принудительный труд для детей. Это, конечно, хорошо. Стремление к труду нужно сохранить более мягкими мерами, чтобы дети не стали потребителями. Расширяется круг конституционных прав и свобод, таких как защита персональных данных,
бесплатная юридическая помощь, равенство в доступе к государственной службе, получение гарантированного объема медицинской помощи за счет государства. Поговорим об образовании. За последние 6 лет количество вузов в Узбекистане увеличилось с 77 до 210. Прием в них увеличился в 5 раз. Количество студентов увеличилось на 1 миллион, а охват высшим образованием увеличился с 9% до 38%. Также хочу обратить ваше внимание на то, что наши дружественные страны активно сотрудничают в сфере образования и сохранения в Узбекистане изучения русского языка. В настоящее время работают уже 15 филиалов российских вузов. Активно функционирует и Российский центр науки и культуры. Целую главу вы посвящаете молодежи, делаете ставку и на их социальных гарантиях. Я хочу, чтобы молодежь наших стран взаимодействовала как можно больше, находила точки соприкосновения в разных направлениях, как это было в 20 веке, когда мы были одной страной. Очень здорово, что новая конституция Узбекистана включает норму о защите чести и достоинства учителей, заботе об их социальном и материальном благополучии, профессиональном росте. Педагог является фундаментом для воспитания детей. Средства массовой информации и институтам гражданского общества дадут широкие возможности и их надежно защитят. Вмешательство в работу средств массовой информации будет являться поводом для ответственности. В Конституции впервые включается отдельная глава об институтах гражданского общества и о гарантиях их деятельности. Это отличный инструмент для взаимодействия общества и органов государственной власти. Сильный общественный контроль. Касаясь темы эффективного и компактного госуправления, я вижу, что новая конституция направлена на усиление парламента, передачу некоторых полномочий на местное самоуправление, махаля, повысится статус судов и судей. В сфере конкурентоспособности, экономики и частного предпринимательства закрепляется норма, согласно которой государство гарантирует защиту прав собственности и смежных прав. Ограничение права собственности осуществляется только на основании решения суда. Остановлюсь на внешнеэкономических взаимоотношениях между нашими странами. За 6 лет произошли значительные изменения. Основу российского экспорта составляют металлы и изделия из них, машины, оборудование, транспортные средства, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продукция химической промышленности и минеральные продукты. Импорт представлен текстилем и обувью, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности. По данным официальной статистики Узбекистана, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках аграрной продукции из республики. Год от года объемы двусторонней торговли увеличиваются и в среднесрочной перспективе должны дойти до 10 миллиардов долларов. Существенное место в комплексе российско-узбекских отношений занимают вопросы трудовой миграции. По официальным данным, на заработках в России находится более 2 миллионов мигрантов из Узбекистана. И это больше, чем в 2022 году. Это говорит о взаимной потребности как в трудовых ресурсах для России, так и в получении работы узбекскими гражданами в нашей стране. Узбекистан становится все более привлекательной туристической страной для россиян. По данным Ассоциации туроператоров России, в апреле 2022 года Узбекистан посетили 29 тысяч граждан Российской Федерации. В мае в республику из России прибыли 47,5 тысяч человек. В июне 53 тысячи. В июле свыше 61 тысячи человек. Эта динамика с каждым месяцем растет. Мы понимаем друг друга без переводчиков. Наши народы ментально близки. Я знаю, что для сближения наших стран в сфере экономической дипломатии делается много со стороны Узбекистана. Начиная с 2018 года на территории России открыто 5 генеральных консульств. Одно из них находится в городе Екатеринбурге, которое возглавляет Абдусалон Курбонович Хатамов. Не побоюсь сказать, что работа этого консульства в сфере экономических взаимоотношений огромна. К примеру, продвижение продукции из Республики Узбекистан, трудоустройство граждан, конечно же, работа с узбекской диаспорой на территории Уральского федерального округа. Подводя итог, хочется отметить, что перемены для нового Узбекистана своевременны и необходимы. В условиях стремительно меняющегося мира мы видим, что обновление Конституции – это большой шаг навстречу гражданам Узбекистана.